Часть Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска сегодня остались без холодной воды и света. Отключение было недолгим и произошло из-за плановых работ на подстанции «Академгородок». Водозаборы «Казачий» и «Гремячий лог» были обесточены около 11 утра. Без воды на 2 часа остались сотни жилых домов. Как сообщили в Краскоме, электричество восстановили оперативно, спустя 40 минут. Специалисты отмечают, чтобы избежать гидравлических ударов, запускали насосное оборудование поэтапно.